Ребята, вот добрался я до Кати. Сегодня, как обычно, довез он меня. Все, погнали на стоянку. Погнали смотреть, как там наш мальчик. Ребята, всем привет! Сегодня уже у нас на календаре среда, 14 июня. Все, я опять в рейсе, можно сказать, опять на машине. В машине сижу, сегодня ночевал. Вчера ночью приехал, получается, в Екат с Леней. Он груз взял в Екат, довез меня. Я все думал сегодня куда-нибудь поехать поработать, но опять, не знаю, по грузам какая-то лажа. Ставки роняют опять, я не знаю, кто за эти ставки ездит. Вот. Оно же как, оно то хорошо, то плохо. Но на эту тему видос снимем, пока не об этом. И, в общем, пробежались по грузам, посмотрели, что, куда, как. Вообще, куда, что можно ехать. Нету нормальных грузов за нормальную ставку. Вот. Соответственно, за копейки я не поеду. Мы, ребята-то, серьезные, нам ездить надо далеко. Вот. Поэтому... Чем дальше от дома, тем все интересней. Больше скучаем по дому. Вот так вот. Денис Вольгин писал мне в личку. Денис, тебе привет, с Коми. Вот. Не забыл я про тебя, так что привет тебе. Надо купить карты тахографа. Вот где их купить? В Челябинске знаю, где купить. На трассе знаю, как на Москву, где купить. А в Ёбурге не знаю. Сейчас, не знаю, пойду здесь два магазина по запчастям, вот, и, может быть, в них продают. Короче, ребят, купил я карты тахографа, вот такие. Планы меняются. Скорее всего, поедем на Пермь. В общем, ребят, такая ситуация. Я с утра думал, что сегодня куда-нибудь уеду. Думал, потом мне позвонили, сказали, с Перми груз есть, надо забрать мои постоянщики. Потом они мне позвонили, сказали, у них перенеслось. Короче, им его до Еката что-то там увезут, привезут бесплатно. В общем, короче, договорился до пятницы, сегодня среда, договорился до пятницы, что этот груз я заберу и забирать буду двумя машинами. То есть моя и с Леней будем на Тате, короче, забирать груз. Поэтому не знаю, что сейчас делать. Сегодня среда, я уже стою тут на стояночке. Вот, ребят, стояночка. Вот. Вон она дальше. Стояночка перед Екатеринбургом. Кафе пельменное, по-моему, как-то так называется здесь. Стоянка, я не знаю. Ну, не суть важно, короче. Думаю ехать в город. Блуждаю по городу, ребят. По Кате попал под знак грузовой запрещен. Остановили гаишники, а я ведь, ну, видел, что не туда, короче, повернул, и это самое, и все, и проехал. Ну, что делать, не развернется, ничего, думаю, ладно, по другой дороге поеду. Ну и все, еду по другой дороге, там гаишники меня останавливают, говорят, я им объясняю ситуацию, что я там не на тот поворот заехал, и он такой, ладно, говорит, давай, Константин, без штрафа. На светофорчике разворачиваешься и все, и короче, отлично едешь дальше. Я говорю, ребят, вообще не вопрос. Ребят, всем привет! Снова так коротенькое объявление.
Я тут со вчерашнего вечера нахожусь. Здесь вот такая стояночка какая-то вот. Там лори у нас стоят на стояночке. Но грузиться мне, почему я здесь стою, мне там завтра вот грузиться. Там заезд на территорию вот автопромкомплекс. Завтра пятница, завтра грузимся, короче. А сегодня вот стоял здесь, нашли мне рейсик до Артемовского. Загрузка здесь недалеко, 5 километров отсюда и до туда. Вот. Получается, ставочка 40 рублей за километр. Что-то такое там где-то. Здесь такой переезд, он там, он. Вот. Он звенит сейчас. Что-то такое. Там за ним еще один переезд, на нем меняют шпалы. И мне надо туда как раз проехать. Здесь ездят поезда. Короче, проехать я не знаю, как мы туда проедем. Время уже, час дня. Они сказали заехать туда до часа дня. Если мы туда заедем, если мы потом погрузимся, если мы отсюда опять не выйдем, с этими переездами, с этой всей хренью, меня это начинает напрягать. Короче, как обычно. Проблема века. Проблема за проблемой. То одна, то другая, блин. Короче, с Божьей помощью, ребят, заехали мы на эту территорию этого депо, не депо. Сейчас вот оформили пропуск и еду я на загрузочку. Ребята, куда меня загнали? Что за хрень? Я в шоке, короче. Наверное, надо садиться на поезд и ехать отсюда на поезде. Но никак не на моей машине, блин. Ребят, кто не видел поезда, вот это вот поезд. Какой-то, охренеть, какой поезд. Короче, все, ладно. Пошел вон туда. В общем, ребят, гоню в Артемовский. Да, загрузили меня нормально. Все, полно 4 тонны. И вот все, сейчас выезжаю с этого депо. Мне тут ехать недалеко, 100 с небольшим километров. Так что надеюсь, что за сегодня приеду, меня выгрузят. Так как завтра забираю уже груз домой, который меня уже будет завтра ждать. Ну все, гоним. Заехал, ребята, в город Артемовский. Это выгрузка, где я выгружаюсь сегодня. На СЛД Артемовский. Так, осталось мне ехать 1,7 километров. Вот, глядите, нашу такую дорожечку. Короче, опять сломалось крепление. Вот это вот. Не знаю, что-то проблема какая-то пошла с креплениями. Сначала оно отпало, потом оно сломалось. Короче, невезуха мне сегодня конкретная. О, господи, вот это дороги, а! Алло. А вот получается, я на свободу повернул и с левой стороны, да, у меня вот этот вот. Ну и мне налево, да? И прямо. Ну вот синий забор вижу, да. И вдоль него. Еду и налево, да, и там вдоль. Ага. Хорошо, хорошо, хорошо. Сказали, откроют. На выгрузку. Да, да, да. Или два. Два, один большой, один маленький. Приехал на СТО поездов. Вот такая выгрузка.
такой тепловозик, ребята. Офигеть, лампочка как дома. Бойник. О, 194. И у меня 194. Обалдеть. Братья, близнецы. Просто братья, близнецы. Все, выгрузили нас. Двигаемся на выезд. Жаль, крепление сломано, поэтому сейчас приеду. Тут что-то вырвало его. Неважно, короче. Сейчас приеду, буду делать. Еду на Катю. Завтра оттуда забираю груз. Поэтому сейчас еду где-нибудь на стояночке, еще тормозну, надо поужинать, так как целый день не ел ничего. Документы подписали, все окей. Это на охрану. Это сюда. Ну вот и все. Маленькая приборочка. Все, едем на выезд. Вот и все. Еще один рейс окончен. Маленький, но рейс. Обязательно смотрите последующее продолжение этого рейса. И не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. И всем удачи, до встречи и пока.